Здравствуйте, товарищи курсанты! Вольно! Клятва курсанта Дежнёвца, ну, попросту сказать, это обязательство сегодня, которое вы публично будете давать перед своими родителями, перед педагогическим коллективом, перед лицом своих товарищей. Я курсант Новосибирского командного речного училища имени Семёна Ивановича Дежнёва. Свято выполнять российские законы и беспрекословно соблюдать устав училища, приказы командиров и начальников. Добросовестно учиться, крепить флотскую дружбу, не допускать нарушения общественного порядка, высоко нести почетное звание Дежнёвца. Если я нарушу эту торжественную клятву, то стану человеком без чести и совести. Если я нарушу эту торжественную клятву, то стану человеком без чести и совести. Клянемся, клянемся, клянемся. Клянемся, клянемся, клянемся. Вы взяли на себя обязательство учиться хорошо, быть верным курсантом Дежнёвцем, не ронять честь и достоинство курсанта Дежнёвца. Я хочу пожелать вам, чтобы вы на всю жизнь пронесли это чувство единения, которое возникло сегодня между вами в этом строю. Я хочу пожелать вам учиться только на хорошо и отлично. Это будет лучшая награда не только вам, но вашим педагогам и, конечно, вашим родителям, которые, волнуясь, сегодня смотрят на вас, на ваши светлые юношеские лица. Владимир Гаврилович, Григорьевич, я хочу, простите, волнуюсь, поздравляю вас. Спасибо. Женщина, которая не боится этого пятого океана, прыгает и передает свой опыт вам. Разрешите вручить тельняшку депутату Государственной Думы, лучшему другу нашего училища Анатолию Евгеньевичу Локтю. Ко всем вам,